Первая литургия состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута. Для верующих двойной праздник – Благовещение и открытие для прихожан нового храма. Богослужение возглавил митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел. На службу пришли сотни человек. Столько, что даже перемещаться по храму было затруднительно. В завершении молитвы в небо выпустили голубей. Эта традиция знаменует начало спасения всего человечества. Отмечу, что теперь Свято-Троицкий кафедральный собор будет открыт для прихожан. Сюда можно будет прийти на ближайшие православные праздники, например, на Вербное воскресенье и Пасху. Официальное открытие запланировано в мае. В Сургут приедет патриарх Кирилл, чтобы осветить новый собор. Происходит оно что-то такое особенное, неповторимое, очень важное. И здесь, конечно же, когда ты впервые совершаешь божественную литургию, а еще и настолько памятно, что в день Благовещения Божьей Матери, в день, скажем, когда благая весть получена от Архангела Гавриила, что она родит Спасителя мира, конечно, этот особый день начала спасения рода человеческого, известно становится об этом. Поэтому день очень-очень важный. Узнал, что будет первое богослужение, здесь литургия, будет возглавлять владыка Павел. Вот, и как бы желание было, пришел. Он же только открылся, первая служба очень. Прям чувствуешь себя, как в храме Христа Спасителя. Такое ощущение певчей, красивая служба, очень хорошая. Новый храм, интересно очень посмотреть, как тут все сделали, очень здорово все. Конечно, еще ремонтные работы будут продолжаться, но надеемся, что вскоре откроют полноценно храм, будет здорово, много места, красиво, очень прям крупный храм, красивый. Впечатляет храм здорово, очень это красиво, это самое оформлено.